Сейчас очень такой момент переломный. Вообще сейчас... Ну, то есть в том, что сейчас уже началась гражданская война в каждом человеке, в нашей стране. В каждом из нас, понимаешь? Да, может быть, завтра вылится на улице, понимаешь? Уже сейчас выливается. То есть жуткое это ощущение какого-то вот... Ярко ничего не происходит. Но внутри каждого человека... Вот сейчас надави его, понимаешь, посильнее. У него там целая буря внутри, понимаешь? Гражданская война. Вот. Скажем из нас. И последняя вещь нашей программы, она посвящается патриарху отечественной физиологии Павлову. Таких групп было очень много. И раньше эта политическая ситуация, она всех рокеров объединяла. Понимаешь? Запрещение. Потому что все были под запретом. Mm-hmm. И мы, и другие, и третий, и пятый, и десятый, кроме официальной эстрады. И как-то вот мы, в общем-то, друг друга понимали, потому что мы были как бы коалиция левых сил. Ты чай себе налей, ты что ли? У меня мама вообще поклонница. Я поклонница современного направления. Что вы, я страшная поклонница. Просто была конъюнктура на политической ситуации. То есть были люди, ангажированные вот этой вот андеграундной системой, которая, ну это у вас в Америке тоже было достаточно. В 68-м году у вас все были революционеры, от 18 до 20. А потом они превратились, многие из них, в жутких бюрократов. Так ведь? Эти же волосатые все. Так, то же самое... Получается и здесь. То есть мы, как говорится, повторяем ваши ошибки, беды и, в общем-то, во многом. Ты чай себе налей, ты что ли? Сейчас очень много таких людей, которые говорят, вот вы сейчас там типа вот. Ну, многим из нас говорят, что ты там говно продался, там, вот надо сидеть в подполье, в подвале, как раньше, и все это не принимать. Ну, это, конечно, понятно, что, может быть, оно так и надо, но, может быть, и не надо. Когда сейчас нас спрашивают, а вот вы перестроились, или вот как вы относитесь к перестройке, я говорю, а зачем мне перестраиваться-то? У меня все в порядке. Это же все же...
Еще будучи в Уфе, когда меня вызывали в обком партии, да, там, на всяческие беседы по идеологии, они меня спрашивали, а как вы до такого докатились? Вот наш товарищ, вообще ответственный секретарь, он был во Владивостоке, и там слышал ваши записи. Это вот, ну вы нам объясните, вот вашу секту, то есть распространение. Вот какая, кто распространяет ваши записи? Какие люди? Давайте нам явки там. И так далее, и так далее. Я говорю, простите, я никогда. И вот мама, знаете, никогда ни одной пленки не продал своей. То есть нет, я ее просто даю друзьям, и она расходится, понимаешь? Расходится по всей стране. А для них это непонятно. Рокенролл действительно свежая кровь. Почему я говорю, свежая кровь? Это татаро-монгольское нашествие на Россию. Или, допустим, варваров готов на Рим. То есть это когда вот, когда уже совсем все разваливается, придет свежая кровь, и когда у молодых людей, у молодежи уже, они знают, что есть высокое искусство, есть Чайковский, есть, ну, все это гигантская культура есть, но она не спасла мир. Но может быть еще раз, может быть его спасет все-таки рок-н-ролл. Yeah.
Воу-воу-воу-воу. Please. SKS фирма. Limited Corporation. Russian system. Yes. Okay. Это ноль, то, что они имеют. У них нет ничего. Ни, я повторяю, ни студий, ни пластинок, ни денег. Они живут Божьим духом, Божьей росой. Понимаешь, а этого мало, этого мало. Actually, it's the failures of this system that made this huge underground cassette industry to grow. And although in the past couple of years it became a little easier to make a record in the Soviet Union, but still the pressing plants are very bad, the quality of records is awful. We have very few recording studios, and generally speaking, from this point of view, Soviet Union is like a third world country. Thank you.
такое внимание ко мне, как будто я там президент какой-то. Так и есть, так и есть. Ты президент Соединенных Штатов. Кости русских людей, отданные рок-н-роллу. Это рентгеновская пленка, на которых в свое время печатались пластинки на костях. Эти пленки, так называемые, на костях. Я когда был ребенком, мы не говорили, что это пластинки, мы говорили пленки. Понимаешь? И мы говорили на костях. Я учился в 6 классе, и я впервые услышал эту музыку. Как-то пришел после уроков с приятелем домой, и он говорит: вот, у меня есть пленки на костях, хочешь? Я говорю: давай. Включаем мамин, папин проигрыватель на 78 оборотов. И что ты думаешь, мы слышим? Эвап-бап-лум-бап-вап-бам-бум! Литл Ричард, Тутти-Фрутти. Самая первая вещь в моей жизни, которую я услышал. Это было потрясение, потрясение детской души. Ребенок просто от восторга задохнулся. Я не ожидал, что так можно петь. Ты понимаешь? Это все краткая история рок-н-ролла в России. Вот эти два альбома. В этих альбомах есть все. Есть все вехи, есть главная музыка. Рок-н-ролл в России начался, ну, мое личное мнение. Рок-н-ролл в России был всегда. Раскольников — это рок-н-ролл. Гришка Распутин — это рок-н-ролл. Значит, тут у тебя, только, кстати, есть пояснение. В 17 году его усыпили, понимаешь? Усыпили. Сделали все для того, чтобы рок-н-ролла не было. То есть, страна стала режимной, совершенно определенной, по всем параметрам, по культурным, по там, экономическим, по политическим. Было построено определенное русло, и вся жизнь русского народа покатилась по этому руслу. Ну и вот видишь, вот сейчас, последние 30 лет, когда появился рок-н-ролл, появилось как бы какое-то дуновение ветра, и вода стала выходить из этого русла. Благодаря рок-н-роллу. Стала как бы орошать вот этим вот своим энтузиазмом и своей верой в эту музыку, своей любовью, которая появилась вдруг. Любви не было. В этой стране всегда боялись слова «любовь». Мать нам с года, с 2 лет говорит ласковые слова, там правильно нас учит, целует, там обнимает, улыбается. Мы подрастаем, не видим ничего, понимаешь, ни улыбок, ни поцелуев. Одна дезинформация, одно замалчивание. Считали, ну, винтиком, понимаешь, винтиком в машине государственной. Любимый вопрос вот в этой стране у всех: а ты где работаешь? Вот встречаются два приятеля на улице: а ты где работаешь? Понимаешь, ничем ты занимаешься, ни что ты любишь, а где ты работаешь? Понимаешь, это последние 70 лет. Все только друг друга и спрашивают: а ты где работаешь? Больше ничего людей не интересует, понимаешь? А теперь появился еще один интерес. А ты, а что у тебя в душе? А что ты любишь? Понимаешь? Какую музыку ты любишь? Вот главный вопрос теперь стал последние 30 лет. Благодаря рок-н-роллу. Эффект рока в России был колоссальным. Не только выразить, а стукнуть кулаком, стукнуть каблуком и сказать: я личность, я человек. Понимаешь? Есть и другая причина, почему я играю и почему сочиняю. Это потому, что моя родина, Литва, она до сих пор находится в таком неясном положении, где не хватает свободы, где люди все-таки до сих пор не могут выразить свое национальное существо, где люди хотят жить в своем государстве, а живут в таком большом, огромном пространстве и теряются в нем. Там стал сервис. Лучше не идешь ради хвилин.
блюда. Кума шелки друг ставит они. Но на там даже лачень из дектиня. Ваги киндершода с декретиня. Даром, 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 дира. Бусмун, 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 витами. Negusi tamsta apsirykęs, nusipirkęs tokias ilgas slidas. Čiuoški, 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 čiuoški. Praeitai jie kompleksiai pasiruoš. Sporto, 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 sporto trūksta. Be judesio natūros kūnas dūsta. Sporto, 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 sporto trūksta. Я сяду туго с кумбаку. И кто-то станет кейстой посвирес. Ор не будет там стаапсирес. Шелкет рук ставит они. Но надо даже лошади с дектиля. Вантики удержуны с декретиля. Даром, 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 гира. Бусмун, 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 витами. Но стоки, деки, не стрекатос. Стоки, деки, не стрекатос. Скажем, еще совсем недавно, когда у нас в газетах появилась, ну, поистине демократия, и можно было прочитать все, что угодно, и все, что сам думаешь, то это создавалось такое впечатление, что Антис кончила свой, как бы, политический стаж. Но в последнее время опять появились какие-то рамки демократии, опять появилась какая-то направленная рука, ведущая в одно направление, самое главное. В 65-м году первый ансамбль, профессиональный ансамбль у нас в стране, который тогда назывался «Поющие гитары», сдал свою программу художественному совету и поехал на гастроли по Чукотке. Вот. И, значит, их репертуар состоял из песен, из русских народных песен, типа «Полюшка, поле», куда они смело вставляли изъятые аранжировочные куски из творчества «Битлз», «Роллинг Стоунс». В этом городе в конце 60-х годов появилось потрясающее сообщество группы музыкантов. Концерты за концертом. Масса групп играли, пели только по-английски, играли только английскую музыку. Это была целая эпопея, понимаешь, это была эпоха. Ну и серый. Нынче пели. Потом появились свои группы, которые запели по-русски. «Машина времени», «Санкт-Петербург». Это тоже была эпопея. Это тоже было страшно интересно. But, well, I can't say it was serious struggle or something terrible. No, it was normal. They tried to stop concerts, they tried to take our amps, our guitars, but they couldn't, because there's no law against music, you know. Небосвод как будто бы светил, ветер стал нормальным явлением, и запели под этот ветер все прозревшие по разрешению. И вот сейчас идет третья генерация, как бы, понимаешь? We'll be right back.
стоишь у холодной стены, когда вместо солнца сверкает петля, когда ты увидишь в глазах своих ночь, когда твои руки готовы к беде, когда режутся птицы ранней весной, когда над душой вскипает гроза, когда они правде гаркает ложь, когда о любви визжат тормоза. А те, в кого верил, ушли далеко, и движения их не видны, и промоклую рань под соборной дрянь вырезает тебе на груди предчувствие гражданской войны. Ниже колен, когда на зубах куски языка, когда национальность голосует за кровь, когда одиночество выжмет дотла, когда слово «вера» похоже на нож, когда плавятся книги на колокола, когда самоубийство честнее всего, когда вместо ритма нервная дрожь, а в сияющем храме лики святых. Когда черный ветер рвет паруса, чтоб закрылся болью в лицо, революция без жертв, ничтожная ложь, слышишь, блеют сердца у тех, кто вождь. Когда лопнет природа и кипящая сталь, сожжет небеса, летящие вниз, антиутопия на ржавом коле выжмет могилы, уставшие жрать. Когда слово музыка это, когда слово музыка это, ты вот сейчас наблюдаешь, это уже третья волна русского рока. What will come next? I don't know. I'm tired of social songs. Наши группы сейчас, вот в частности, Костя Кинчев, Алиса, они как бы рассекают все, весь мир, как бы я и мир, я и коммунизм. Чего я хочу от них? Какой смысл я ищу в жизни в этой стране? Вот это все есть в этих группах, это все очень здорово. И это говорит о том, что русский рок духовен. И мне кажется, вы это все чувствуете, и поэтому сюда вот и заехали.
Следующая песня называется «Тер, тер, тер, Доннерветтер». Тоталитарный рэп, это факт. Тоталитарный рэп сформирован годами под бой сирен и лай собак. Тоталитарный рэп, это вариант реконструкции церкви под склад. Тоталитарный рэп, это танец, шаг вперед, два шага назад. Тоталитарный рэп, это эквилибр. Тоталитарный рэп, это акт. Тоталитарный рэп, это абстрактный пряник и совершенно конкретный кулак. Тоталитарный рэп, это эксперимент по перестройке сознания масс. Тоталитарный рэп, это ласковый голос. Предъявите ваш аусвайс. Это чрезмерная его политизация какая-то. Поскольку сейчас это где-то, это просто модно стало петь о проблемах социальных, и поют все, и как только могут. Это, оказывается, самый быстрый путь к успеху. This just happens to be the easiest way to fame and success here in this country. Это аквариум для тех, кто когда-то любил океан. Тоталитарный рэп, это зоопарк, если за решеткой ты сам. Тоталитарный рэп, это аукцион, где тебя выкупают, тебя продают. Тоталитарный рэп, это джунгли, которые, как ни странно, живут. Тоталитарный рэп, это телевизор, он правит нами, он учит нас жить. Тоталитарный рэп, это кино, но о кино я не могу говорить. Тоталитарный рэп, это игры, потока, эдакий брейкданс. Тоталитарный рэп, это дискотека, где крутят свои диски, пулеметчик данс. 1988 is the first year when big money has got involved in drug business in the Soviet Union, and I think that it has spoiled the whole thing. And I really feel that from now on, the bands who used to be quite uncompromising and inventive and trying, you know, to do something with no, you know, commercial or materialistic thoughts in mind, right now they are tempted to do otherwise. И комнату смеха, а камеры пыток до сих пор отделяют Терри. И гласность имеет свой собственный голос, но за гласностью негласный надзор. А если тебя выбирают мишенью, то стреляют точного пара. Тоталитарный рэп — это всего лишь модель общества глухонемых. А если они вдобавок плохо видят, то это только лучше для них. Вы скажете мне, что за поза? Вы, батенька, максималист. Я отвечу вам, что вы мой фюрер! Я просто антифашист! Антифашист! И те, так сказать, пророки от рок-н-ролла и те первые музыканты, которые все это создавали, они оказались пустыми пророками. Ни их проповеди, ни их желания не смогли ничего сделать для той молодежи, которая ее. Most of the prophets of rock and roll era have proven with years to be empty. There was nothing to change, and there was nothing they really wanted to change. And this is obvious now.
компартия и культурные власти. Они создали такую систему, когда группа не может, ни музыкант, никакой музыкант не может ничего выпустить, пока он не пройдет худсовет. Худсовет — это сидят человек 5-7, там 10 матерых мужиков в костюмах, там с документами во внутреннем кармане пиджака. Очень серьезных, очень солидных таких, которые вот так вот сидят за столом. И если им не понравится пластинка или музыка, они никогда ее не выпустят. Понимаешь? Насколько искусство этой группы партийно, насколько оно морально. У них своя мораль. И по своей морали они прилагают эту музыку. Насколько она художественна, насколько она антизападна. Понимаешь? То есть никаких связей с Западом. Если влияние Запада есть в этой музыке, эта музыка не может появиться на пластинке. Конечно, не бывает мало свободы. Она или есть, или ее нет. И, видимо, что до как бы такой абсолютно творческой свободы еще далековато. Далековато. Надо ловить кайф. Надо получать усладу для души. Понимаешь? Получать что-то святое и одновременно свободное. Не закомплексованное. То есть рок-н-ролл – это балаган. Балаган, в котором есть что-то святое. И я верю в рок-н-ролл. Я верю в эту музыку. В детстве я так не любил ходить в школу. В детстве я так любил свою кровать. В детстве я так любил лежать на ней голый. В школу можно много удобней себя чесать. Если я краснею, тогда на тебя залез. Теперь, если я краснею, просто это диатез, диатез. Искалеченный долгими зимами.
привет! Снять! Таман, снять! Чё обманывает райисков комнат? Уже пятый год! А как? А вот надо у Челязия, у нас квартира общая, и уже ни ванной, ни воды, ничего нет. А пойдёшь... В том доме? Вот, в этом, вот три дома. Воды нет, или горячей воды? И воды другой горячей нет, и батареи выключают, и лопают это, трубы. Лечь, что это сошлёт. Горячая вода как пойдёт. Вот так. Холодно? Да. Конечно. А холодной воды есть? Когда есть, а когда и нет, выключили. Так вот это хоть четыре дома сняли вы. Зашевелились бы они, райисполком. Да что сняли, да по этой фотографии в Москву. Вот тогда они зашевелились бы. Сразу нас выселили. Там вы видите? Да, конечно. She's a veteran of the Моя фамилия, напиши. Тафеева. Напишу. Тафеева Анастасия Васильевна. Всю войну тут было. А вот теперь не дождаться. Вот хорошо бы это было бы. Да, сынок. И подан бумажка, все три бумажки. Вас будут поселять. А все, идешь никак. Ничего не двигается. Нет, нисколько не двигается. Хоть бы после Нового года, вот, может, вы подшевелили бы их, вот тогда они бы подумали, это проще валюта. Приехали бы, в следующий раз всех бы в гости вас позвала в новой квартиры.
другой стороны, мне кажется, что для многих молодых людей рок является как бы вступительной школой, что ли, в политику. И они именно в роке проявляют первые какие-то реальные политические шаги. Я боюсь верить, я боюсь думать, я боюсь ждать. Ну да, да, иначе. Но жить не в МАГАТУ в том плане, что, так сказать, какая-то отдушина нужна была. Не то, что мне там кушать нечего было, это всегда было. А вот духовная закрепощенность, ну, требовался какой-то выход. И в связи с этим как-то стали собираться и чего-то достигли. В Америку вот хотим. Тут есть другая задача, что мы хотим, что вот эта космополитическая роковая энергия в молодежи, она как-то трансформировалась в национальную энергию, в какую-то в энергию, которая имеет позитивный заряд. Музыка, та форма, как любое искусство, она выше политики. И всегда было выше, как бы вне ее. Хотя и это многие с этим не согласятся, но я считаю, что искусство – это трансцендентальная форма существования, как объект для чувствования абсолюта. И служит только этому. Новое, она по-другому должна звучать, новая музыка. Мне кажется, что у нее есть развитие, и я его вижу. Это развитие. Это вот она должна смыкаться с тибетской музыкой. И почему я сейчас объясню? Потому что тибетская музыка играется людьми, так называемое знание, людьми, которые не потеряли связь с неизвестным, необъяснимым. You spoke to Lёша Тегин, who is very uncompromising. And there are some other madmen like him. And I put my trust in them. Thank you.
наука и музыка находятся во взаимосвязи. Это одно и то же. И здесь мы можем видеть примеры сочетания и музыки, и науки. В данном случае применимые к звездам, к астрономии. То есть научно то, что мы видим в созвездии, и оно является мелодией. Границы только политические. Я уже об этом говорил, что это существует. Существует в сознании людей. Но язык русский, страна, естественно, музыка русская. Все, что мы делаем, конечно, получается почему-то. Несет печать на себе культура страны, естественно, нашей страны. Да, у нас религия ведь отделена от государства, и наша администрация от культуры очень следила за тем, чтобы, не дай бог, в культуру страны попадали какие-то атрибуты христианства. Вот сейчас вышел один парень, вы его все знаете, Гаркуша. Он не участвовал в программе, он там не записан. Его сейчас забрали, связали, он сейчас сидит в отделении милиции. Я просто прошу этих дорогих наших, вот этих их, отпустить его, потому что я прошу, это не просто концерт, не просто. Ребята, как всегда, наши милиции не дремлют. Сейчас закрутили только что еще одного человека. Ну и чего, мы на эти вонючие провокации не будем поддаваться, так? Окей? Как все разбираться, народ волнуется, что за дела? Уважаемые зрители, мы прощаемся с вами. Благодарим вас за внимание. Просим при выходе соблюдать организованность и порядок. Желаем вам самого доброго, до новых встреч. Лишний, у вас удостоверение, МПО, салют, а у них журналистское удостоверение. Советского Союза. Пожалуйста. Газету «Правда» вы пропустите, в чем дело? Газету «Правда» пропустите. Уважаемые зрители, наша программа завершена. Вы покидаете наш дворец спорта. Ярко ничего не происходит. Мы внутри каждого человека. Вот сейчас надави его, понимаешь, посильнее. У него там целая буря внутри. Понимаешь? Гражданская война. И скажем из нас. Идет беседу с комитетом госбезопасности. Говорит, что беседа проходит в теплой обстановке. Да, что он ничего не мог сказать. Это понятно. Сейчас, так сказать, немножко горизонт очистился в России. И мы видим, что что-то происходит. Есть какое-то движение на горизонте даже. Но это все мало. Я считаю, это все капли. Капли, кости, без мяса.
в эту комнату и вытаскивают еще щука оттуда. Силой они его держать не имеют. Давайте поговорим. Алло, вот валюта! Только надо! Ребята! Юрка сейчас... Говорят, что выходит. Выходит. Корреспондент, все нормально, все замечательно. Корреспондент, поскорее, Сейчас, там подписывают последнюю бумажку. А какую бумажку? Спите, люди, но в столице просыпается надежда, что петух вас в теме клюнет, прокукует раз 15, и проснется вся страна. Да, ну вот так. Что мы кукарекаем. Кукарекаем. Революция — это когда меняется система кардинально. Страна этого ждет, но этого нет. Рок-н-ролл
Он раньше взял на себя действительно груз такой правды, но рок-н-ролл опять берет этот груз на свои плечи пока. Действительно тот потенциал, который у нас существует в рок-н-ролле, то за этим вниманием к экзотике придет внимание действительно к искусству, к тому, чем мы живем и ради чего этим занимаемся.